О наращивании экспортного потенциала, о повышении продуктивности и развитии сельского хозяйства говорили сегодня в Приоралье. В Жанакурганском районе стартовал 5-й региональный слет животноводов. В его работе приняли участие свыше 1500 делегатов области. Какие вопросы они обсуждали и какие задачи ставят перед собой фермеры, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Она с нами на связи. Райхан, приветствую. Какие интересные предложения и заявления прозвучали? Здравствуйте, Арстан. Сразу отмечу, что на время проведения слета Жанакурган превратился в своеобразную площадку по обмену опытом, на которой были представлены лучшие проекты, инновационные идеи, новые технологии и биоразработки ученых. Главные события проходили сегодня у подножия Каратау. Здесь, в ущелье Усембау, сооружен небольшой этноаул и организована выставка достижений животноводческой отрасли региона. Представлены сельскохозяйственная техника и продукция фермерских хозяйств. Особый интерес к работе селекционеров. На специальной площадке выставлен результат многолетних работ. Высокопродуктивные и племенные породы крупного и мелкого рогатого скота. О них участники слета говорили и накануне в ходе прошедшего семинар-совещания. Какие проблемы поднимали фермеры и как собираются их решать, мы попросили рассказать самих организаторов. Понятно, что в рамках программы развития мясного скотоводства, экспорта мяса, есть якорная кооперация, но только не только мясо, здесь нужно вопрос решать, здесь вопросы и по сбору молока УПХ, по повышению продуктивности лично подсобных хозяйств. Мы предлагаем министерству все-таки поддерживать такие, не только то есть мясо и молоко, надо обязательно поддерживать и производство грубошерстной шерсти, то есть сейчас практически его не собирают, потому что нет поддержки какой-то определенной, то есть это вот надо все на ноги ставить. В эти минуты работа слета продолжается. Чуть позже состоится чествование лучших представителей отрасли. А завершится праздник труда спортивными состязаниями и выступлением артистов областной филармонии. Добавлю только, что нынешний слет животноводов последний в статусе регионального. В следующем году он будет проходить уже как республиканский. Арстан. Спасибо. Моя коллега Райхан Тажибаева информирует нас из Приоралья о стартовавшем 5-м региональном слете животноводов.